Урожай сахарной свеклы в этом сезоне в полтора раза больше прошлогоднего, около 1 миллиона 600 тысяч тонн. Это позволит обеспечить республику сахаром на 2 года, сообщили в Минсельхозе региона. Вот, однако, полученный объем все же немного меньше, чем ожидали аграрии. Но именно поэтому сахарная свекла в этом году может стать одной из немногих высокомаржинальных культур. Нету такого урожая, значит, цена на сахар будет достаточно стабильной. Никак на зерно. Зерно сегодня 7-8 рублей, что очень тяжело и позорно. Это ниже себестоимости. Но по сахару мы видим, что цена пока держится. Ну, я думаю, от 60 до 75-80 цену мы видим. Поэтому это может быть единственная культура в этом году, рентабельная, которая вытащит у кого из оборота сахарной свеклы. Вот так всегда было, так и будет. Ну и завод «Раевсахар» уже начал принимать свеклу нового урожая. Она отличается повышенным содержанием сахара. Чешминский завод начнет принимать сырье примерно 10 сентября. Но и оба предприятия модернизированы и смогут перерабатывать большие объемы сырья. В 23-м площади под этой культурой планируется довести до 50 тысяч гектаров. И если весной у хозяйств были опасения по поводу нехватки семян, то сейчас проблем с поставками нет, сообщили в аграрном ведомстве.